Всем привет! Спасибо, что посетили наш семейный канал. У нас трое деток, и нам очень нравится для них и вместе с ними творить и создавать различные интересные поделки. И в этом видео я хочу показать вам, как я своими руками сделала вот такого чудесного белого мишку. От того, каким реалистичным он получился, и дети, и я просто в восторге. В изготовлении такого классного мишки нет ничего сложного. Смотрите видео, ставьте пальчик вверх, пишите отзывы и задавайте вопросы в комментариях. Итак, вот такую схему фигуры медведя я нашла в интернете. Там есть вид сбоку и вид под углом. Это очень удобно. Я распечатала ее на 4 листах. Для этого нужно в настройках принтера указать макет страницы постер 2×2. Склеив листы, я выделила фломастерами разных цветов каждый слой так называемого скелета, чтобы не запутаться при создании заготовок. Выделяю слои туловища, левых и правых лап в одной плоскости, а также передних, задних лап и живота в другой плоскости. Голову я делала позже. Для создания каркаса я использовала мягкую алюминиевую проволоку, накладывая ее точно на схему медведя на каждый выделенный мною слой. Когда все заготовки были готовы, я приступила к сборке каркаса. Скрепляла все малярным скотчем. Кстати, советую использовать тонкий скотч, так как с ним легче работать. Это я усвоила еще тогда, когда делала светящиеся подарки под елку. Если честно, то сначала мне самой мало верилось в успех моей затеи, но результат превзошел все ожидания, и уже на этапе сборки туловища я поняла, что толк все-таки будет.
Голову зверя создаю в той же технике, что и туловище. Проволоку я отмеряла с запасом, чтобы можно было прикрепиться к телу. К центральному слою прикрепила 4 овала, один из которых с ушами. Укрепила их еще проволокой по бокам. Такой получился у меня каркас медведя. Я планирую всего медведя задекорировать. По желанию можно его просто обмотать гирляндой и нитками. Но тогда нужно будет малярным скотчем залепить все места, где... Вот я закончила обматывать каркас медведя малярным скотчем. Вот такой получился у меня зверь. И сейчас его нужно будет обмотать гирляндой. Гирлянда у меня синяя, длина 3 метра, на батарейках. Блок с батарейками хочу закрепить в одну из лап. Для того, чтобы наружу осталась только кнопочка смотреть. И можно было управлять светом. Включить или выключить. Потому что медведь будет обмотан весь нитками. Я уже приготовила моток пряжи. И посмотрю. Если мне понравится, как смотрится синтепон сверху, то обмотаю, обклею еще синтепоном. В помощь мне пригодится клеевой пистолет для того, чтобы наносить, чтобы фиксировать гирлянду и нитки. Все, поехали. Если вы хотите не использовать синтепон в его оформлении, то можно побольше еще намотать, потому что у меня ушло совсем мало. Моточек еще остался приличный. Он уже приобретает свою форму, какую должен иметь. И сейчас я буду обклеивать медведя синтепоном. Синтепон у меня куплен тонкий, он продается в тканевых магазинах, вот такой тонкий синтепон. И буду использовать клеевой пистолет.
Вот такой медведь получился у меня. Сзади хвостик тоже выделяется. Ушки. Осталось только приклеить глазки и нос. Вот такой пушистый, мягкий медведь у меня получился. Очень подходят ему эти маленькие глазки, бусинки и огромный нос, который я приобрела в рукодельном отделе. Сверху я его немного покрыла серебристыми блестками. Под светом ламп они красиво искрятся и придают мишке зимний вид. Если у вас в наличии уже есть гирлянда, не обязательно на батарейках, то затраты на создание такого медведя составят у вас всего 250 рублей. Это очень бюджетно, так как в магазинах ценник на подобный декор просто зашкаливает. Этого медведя можно использовать как элемент новогоднего декора под елку или для тематической фотозоны, а можно просто поставить в качестве милого ночничка. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх. Всем пока-пока!